встреча. Победители двух последних утешительных схваток получают бронзовые медали. Таким образом, разыгрывается по две бронзовые медали в каждом весе. На ковер С повторно приглашаются Аздик Бадоев, Россия, и Гаджимагомед Нажмудинов, Россия. В нашем турнире участвуют 150 вольников из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Делегатом на нашем турнире делегатом Объединенного мира борьбы судья олимпийской категории Аветик Варданян, Армения. Уважаемые зрители, турнир обслуживается судейской бригадой. Главный судья соревнований, судья международной категории, заслуженный тренер Республики Дагестан Гамзат Абасов. Заместителем главного судьи соревнований, судья международной категории Магомед Расул Гадисов. Главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории Абдулхамид Казамбиев. Также член жюри Объединенного мира борьбы, судья олимпийской категории Алексей Базулин.
На ковре А победу одержал Уликбек Жолдашбеков, Киргизия. На ковер А приглашается.